Чикаго проходит 24-й съезд Коммунистической партии США. С основным докладом на съезде выступил генеральный секретарь Компартии США Гэс Холл. В докладе отмечается необходимость для американских коммунистов крепить единство всех прогрессивных, демократических, антивоенных сил США. Гэс Холл подробно остановился на кризисных явлениях в США, в частности, в социально-экономической сфере. Генеральный секретарь Компартии США дал высокую оценку революционным изменениям, происходящим в Советском Союзе. В нынешний 70-й год социалистического строительства Советский Союз охвачен крупнейшими переменами и преобразованиями. Идет процесс реорганизации и перестройки с целью ускорения созидания социализма. Правые силы в США в нынешнем развитии Советского Союза больше всего опасаются того, что новый этап социализма в СССР будет привлекательней для трудящихся, для народов мира. Правые обеспокоены растущей поддержкой, которую получает Советский Союз, новое советское руководство в борьбе за прекращение гонки ядерных вооружений. Проблемы борьбы за мир, за недопущение ядерной катастрофы, за содействие достижению советско-американских соглашений по разоружению в Женеве – эти проблемы в числе важнейших, которые обсуждают делегаты съезда в Чикаго.